Субота, на телеканалі «Репортер», час військових підсумків тижня. Віталій Хемій, Юліан Аксьонов, наш експерт. На жаль, трагічна субота для Одеси, для регіону, взагалі для України. Після обіду ворог якось так поновив свою активність, що прилітала майже в кожну область, ну і з того, за чим слідкував я. Але ми повинні розпочати знову з Одеси. Обов'язково буде офіційна інформація, обов'язково і в неділю, і в суботу ввечері всі ми побачимо і дізнаємось офіційно, куди що прилетіло. Але хто може дізнатися, там той дізнався, але ми не можемо це публічно обговорювати. Юліана, питання таке. Ці атакою, такою масованою атакою на південь України, на Україну, агресор демонструє, що у нас ще є ракети, у нас є нові ракети, у нас є військова авіація, так що навіть не думайте щось там проти нас йти. Як це взагалі можна коментувати всі ці прильоти? Тут дві точки зрения. Одна нормальная людская, украинская, другая извращенная нашего врага. В их понимании, конечно же, будет снова сообщено, что какую-то страшно секретную технику они уничтожили, какой-то логистический центр очередной, который, судя по их логике, у нас появляется каждую неделю после уничтожения. С другой стороны, это же и попытка терроризировать население условно тыловых городов, показывать, что да, у нас руки длинные, да, мы можем, да, есть ракеты, есть запасы. Ну и мне кажется, тут еще не нужно отбрасывать вариант, что тем, кто руководит этими обстрелами, нужно отчитываться перед начальством, что они что-то делают. Вот поэтому появляются в их головах идеи о том, что а давай напишем, что там были новые Байрактары, запчасти к танкам Абрамс, я уже утрирую, но я думаю, что вскоре мы и это увидим. Поэтому, к сожалению, нам еще жить и жить в таких реалиях. И будем надеяться, что поймут союзники, что помогать нужно не только артиллерии, но не просто комплексами ПВО, а противоракетной обороны, потому что именно они сейчас для всей территории Украины составляют опасность. Я имею в виду та, что не на территории которой не происходят активные боевые действия, это часть нашей страны. Я думаю, что наши союзники должны давно были уже прийти к этому заключению, но то ли политика, то ли еще не верят, не знаю. Ну, вот еще один аргумент, что, пожалуйста, вместе, да, столь нужными стволами артиллерии, танков, гранатометов, бронежилетов, дайте, пожалуйста, еще и противоракетную оборону. Ну, раз уж мы с вами в таких отношениях, то будьте добры, исполняйте их надлежаще, я бы так сказал. Не то чтобы это моя претензия, но скорее желание человека, который точно так же переживает за всех своих земляков, которые просто могут гулять с детьми в парках, готовить обеды дома и, к сожалению, погибать. Поэтому противоракетная оборона, повторюсь, очень важный момент. Що пишуть офіційні джерела країни-ворога, ми час від часу дивимось туди. Ось один з керівників області, що межує, напевно, все ж таки з Україною, відверто пише, що це наша авіація працює по наземним там цілям в сопредельному государстві. Ну,
Вони навіть не стидяться писати, що авіація з аеродрому той же Курської області вилетіла, щоб руйнувати Україну, ну і вбивати людей. Називаємо речі своїми іменами. А сьогодні, кстати, ще один інтересний факт. Всі ми слышали, я имею в виду, хто в Одесі і рядом. Все мы слышали, как патрулировала небо наша авиация. Стоит сказать, что это очень важный момент в плане усиления наших возможностей ПВО. Небольшой исторический экскурс. Ранее, до, кажется, 2002 года, ПВО, это такое наследие советской армии, ПВО было отдельным родом войск. И в него входило не только зенитно-ракетные комплексы разного класса, дальности и действия, но и части летного, части истребительной авиации, истребители-перехватчики. Поэтому, когда вы видите в небе самолет, это не значит, что он обязательно должен отработать по наземной цели. Нет, это же еще один элемент ПВО. И, кстати, очень эффективен против, относительно, конечно же, эффективен против беспилотников, которые часто залетают в наше воздушное пространство, и крылатых ракет, которые, как я уже ранее говорил, летят на дозвуковой скорости, и самолет просто может его сбить, как любую другую низколетящую и относительно скоростную цель, используя просто свои автоматические пушки. Трохи про позитивні моменти захисту. Все ж таки, це хроніки захисту, наш проект ми так назвали. Відзвітувала оперативне командування «Південь» про вже третього знищено безпілотний літальний апарат під назвою «Форпост». Це, я нагадаю, не просто розвідувальна техніка, це такий міні-винищувач. Але на що б я звернув увагу, акцентують і колеги, і теж військові експерти, на його вартість. Це дуже великі гроші. Це такий птах, який може і розвідувати, і винищувати. Але скільки він коштує, ну це навіть, ну ми розуміємо, що вся військова техніка, вона не дешева. Але вартість форпосту, я розумію, чому ми повинні говорити про те, що там другий, третій, шостий, сьомий, вони гинуть і в уламки перетворюються під Одесою і в Україні взагалом. Да, очень интересно, потому что форпост относительно недавно стал появляться в нашем небе. Стоимость одной единицы по разным оценкам около 7 миллионов долларов. Стоит, кстати, сказать, что это далеко не российская разработка, это лицензионная сборка израильского беспилотника. Поэтому очень, с одной стороны, непонятно, а что же все-таки таким образом преследует наш враг, потому что есть у него в наличии другие БПЛА, которые позволяют на нужной дистанции залетать в наше воздушное пространство, проводить какие-то разведывательные действия. При этом используются, да, достаточно дорогие, их немного, кажется, то ли три, то ли четыре десятка. Но, как говорится, будем рады любому гостю, если у нас есть на это ПВО. Поэтому, пожалуйста, присылайте еще. Мы уже научились их сбивать. Теряйте их. И потом кричите на весь мир, как много оружия произведено у вас и какие большие способности и возможности имеет ваш ОПК, который через месяц активных боевых действий Уралвагонзавод сказал, что ну никак мы не поможем и вообще рассматриваем возможность остановки этого производства танков. Поэтому, да, очень отрадно, что наши специалисты ПВО научились сбивать и такие достаточно серьезные комплексы, потому что
потолок их действия от 5 до 12 километров, если не ошибаюсь. Порядок цифр где-то такой. И представляет он собой, да, как ты правильно сказал, существенную угрозу не только потому, что он может разведывать, но еще нести ударное вооружение. Еще есть подобного класса относительно российская разработка, опять же, с иностранными комплектующими, «Орион». Знаю, что их видели на Донбассе, ударные беспилотники, я имею в виду. Но, кстати, сообщения о том, что их сбивали, пока еще нет, поэтому все еще возможно. 7 мільйонів доларів. Я згадав трошки такої цивільної інформації. Російська Федерація, як взагалі, ну і Україна, ну і інші країни, вони не захищені від маленькі громадяни цих країн, не захищені від такої хвороби, як СМА, спінальна м'язова атрофія. Один укол, який рятує життя немовля, коштує 2,3 мільйона доларів. Так ось Росія. Замість того, щоб рятувати дітей, якось працювати над цією програмою, вона вкладається в такі безпілотні винищувачі, які ведуть таку безглузду війну. Ну, це я такий роблю висновок. Три врятовані життя на одній, на одних шальках терезів, і ось такий безпілотник, винищувач. Робіть висновки. Ще на цьому тижні згадували про такі. Про те ж Одещина, це острів Зміїний. Там цікаві речі відбуваються. Про це через день звітує оперативне командування «Південь». Я так розумію, що ворог там зробив щось таке на кшталт такої стоянки чи якогось там штабу, і там постійно щось туди прилітає. Ми, звісно, радіємо, що відбувається, і які висновки можемо робити з цих влучань, ворожу техніку, ворожий особовий склад. В который раз російське командування демонструє принцип ведення війни несообразно тактической или оперативной необходимости, а скорее политической, точнее, вот даже сказать, демонстрация флага. Да, мы знаем, что остров Змеиный был захвачен, именно там была произнесена ставшая уже культовой фраза. Слава богу, автор ее и его сослуживцы оказались потом выменены из плена, ребята в безопасности. Но, возвращаясь к названному мной принципу, стоит опять же упомянуть Чернобаевку. Да, все мы понимаем, что война достаточно сложная в плане логистики и размещения техники, войск, каких-то запасов, особенно на такой достаточно открытой местности, как украинские степи, и приходится выбирать уже подготовленные позиции, если удалось захватить уже заранее кем-то подготовленной до тебя позиции, конечно же, это расценивается как тактический успех. Но здесь важно понимать, что захватил ты твердую поверхность, как аэродром. Ну давай же посмотри вокруг. Если ты находишься в зоне поражения не только какой-то одной системы, а сразу нескольких огневых систем своего противника, ну, стоит задуматься о смене дислокации. Ты же будешь тут терять. Ну, уже сколько там Чернобаевок? 18 или 19 произошло. Судя по всему, то ли людям это нравится, то ли ну, хочется им таким образом утилизировать свой личный состав. Ну, пожалуйста, опять же, мы не против. Остров Змеиный оказывается той же Чернобаевкой, только в море. Ну вот хорошо, вы высадились, разместили там комплексы ПВО. Причем их класс не позволяет полностью контролировать, допустим, перемещение нашей авиации на юге области. Первый вопрос, что вы этим хотите доказать? Прикрыть
обеспечить ПВО самого острова, ну, тоже сомнительно, если вас выбивают байрактарами. Тем более мы даже с нашей области можем доставать наземными системами огневого воздействия. Будем так их называть, не будем называть систему точно. Вы устраиваете там военную базу, проводите ротацию. Вот последнее видео, где был уничтожен десантный катер, это как раз была то ли попытка эвакуации раненых с предыдущего налета, то ли это такая попытка ротации завести свежих и увести уже раненых. Опять же, ну и что? И что вы выигрываете? Поэтому здесь скорее на первый план выходят политические мотивы. Вот важно демонстрировать врагу, что мы заняли его территорию. А то, что мы каждый день, они, я имею в виду, хочу быть правильно понятым, я транслирую логику нашего врага. То, что теряют каждый день, ну, практически каждый день технику, людей на открытой местности, это достаточно маленький остров, ты там особо нигде не спрячешься, закопаться, ну, какие-то нарыть окопы для пехоты можно, но зарыть технику сложно, там, как я понимаю, скалистые почвы. Ну, в который раз говорю, пожалуйста, продолжайте, продолжайте. Никакой тактической, стратегической, какой угодно значения этот остров не имеет. Зачем это делается, кроме как, опять же повторюсь, демонстрации флага, вот мы захватили, вот мы можем, вот то, вот это, нет. Поэтому еще важный момент. Я вот представляю примерно, а какое состояние моральное у тех, кому поступает приказ отправиться на Змеиный после того, как стало известно, что было поражены два скоростных катера «Раптор», был уничтожен ЗРК «Тор», еще живая сила, которая там находилась, теперь еще и десантный катер. Я понимаю, что это люди подневольные, они будут исполнять приказ, но все мы понимаем, что какой-то стойкости и высокого морального духа от них ожидать не стоит, и при первой же возможности эти люди тут же покинут этот остров, который для них стал уже островом проклятых. Поэтому, повторюсь, резюмируя, российское командование продолжает воевать очень тупо с военной точки зрения. Перенесемось на схід. Бої тривають. Мене в цьому контексті більше за все, ну, я розумію, що все важливо, але Азовсталь. Герої Азовсталі, вони тримаються. Було багато повідомлень, що росіяни там прорвали там що оточення, зайшли на Азовсталь. Але ми всі повинні розуміти, що Азовсталь – це, ну, держава в державі. Це міні-місто. Навіть містечком я не можу назвати завод Азовсталь. Огромну територію. Якщо, ну, я не хочу там заспокоювати, там лишній раз є спеціально обізнані люди, які можуть заспокоювати, але все ж таки, якщо з одного боку там щось прорвали, там йдуть бої, то до іншого боку, ну, це, ну, дуже-дуже огромна територія. Тому робити висновки, говорити, що все Азовсталь здала, що її захопили, це зарано і це неправильно. Ну, це моя думка, більш професійно, Юліане, ну, поправ мене. Да нет, конечно, ты же прав, и мы понимаем, какая сторона будет использовать и манипулировать этим фактом, особенно в свете предстоящего праздника, который там отмечается с большой помпой.
Все эксперты, аналитики, все говорят, конечно же, мы тоже с этим согласны, что к 9 мая надо будет что-то говорить, надо будет что-то показывать. Поэтому захваченный Мариуполь, который фактически еще обороняется по периметру Азовстали, будет преподнесен как вот наша, не то чтобы первая, но одна из главных побед. Там вообще с победами все здорово, там каждый день, но это будет очень знаково. А что же касается военного аспекта, то да, действительно, это такое, такая крепость внутри города. Заводские строения все-таки будут помощнее, чем городские жилые. Поэтому обороняться в них можно еще долго. Да, мы понимаем, что, к сожалению, большому сожалению, у нашего врага на этом театре военных действий развязаны руки, используется все, что угодно, включая авиационные бомбы, которые весят по 1,5, а то и 3 тонны, и постепенно количество защитных сооружений уменьшается. Но, тем не менее, наши ребята держатся, и сам факт захода на территорию завода, даже если он и был, о чем сообщалось несколько дней ранее, еще не говорит о том, что Азовсталь пала, и, насколько я понял, вот та самая атака была отбита, и враг с потерями отошел. Поэтому мы можем еще наблюдать не раз попытку туда зайти, не раз враг получит по зубам, потому что он идет в открытую, мы обороняемся, преимущество на нашей стороне. Главный вопрос, конечно же, как закончится эта ситуация. Я вижу, как политики, как лично президент пытается через все доступные возможные каналы, дипломатические, религиозные, культурные, воздействовать на своего визави, который принял бы решение разрешить эвакуацию. Я так понимаю, даже не разрешают раненых эвакуировать. Но извращенная логика тирана, убийцы, она работает по-другому. И, конечно же, ему хочется показать что-то к 9 мая, тем более батальон Азов – это очень мощный раздражитель для российской аудитории, и заявить о том, что националистический батальон, как говорит наш враг, полностью уничтожен. И вот та самая денацификация, которую так и никто не понимает в России, а что же это значит? Значит, как минимум, ее один из пунктов проведен успешно. Ну, что остается? Только молиться за этих ребят, благодарить их за мужество и стойкость, и в который раз надеяться, что отыщутся силы и средства для их эвакуации. Или какие-то возможности. Очень на это надеюсь. 9 травня наближується, така неотвратна, неотвратно, на жаль, наближується. Ми всі розуміємо добре, що цивілізований світ, він відзначав, я не говорю, що святкував, все ж таки відзначав, це більш правильний термін, згадував тих, хто боровся з нацизмом, фашизмом у 40-ві роки минулого століття. Для окремої частини світу, зокрема для Російської Федерації, я не хочу говорити слово «сакральна дата», тому що наші телевізійні зірки цей термін вони до дир стерли. Ну, але все ж таки ми розуміємо, що на 9 травня і Путін, і його групка його негідників, там Шойгу, Герасимов, там пропагандони і інші, вони щось вже готують. Якийсь там парад – це одне, а заяви, якісь там флешмоби криваві – це інше. На що ми можемо очікувати?
що 9 травня, за чим можемо спостерігати. Так, це буде велика комендантська година, але до чогось ми маємо бути готові. Ми розуміємо, що в голову до хворої людини ми не можемо залізти, але, напевно, він там для себе багато чого вирішив, як він буде відзначати це 9 травня. По телевизору будет классический парад традиционный, потому что не отметить эту дату наш враг не может. Именно на ней это один из столпов идеологии, политики, и чуть что мы, они, вернее, вспоминают о том, что а вот помните, а вот как было. И это уже другой вопрос, почему в 21 веке страна все еще гордится победами 80-летней давности. Но в плане каких-то заявлений я не знаю, что сказать. Будет ли объявлена, анонсированная некоторыми околокремлевскими источниками мобилизация? И столь часто обсуждаемое как на Западе, так и в наших СМИ, утвердительно сказать не могу. Все будет зависеть от того, насколько объективно и полно хвора людина получает информацию. С другой стороны, если же его генералы говорят, что они не побеждают из-за того, что им не хватает людей, то такая вероятность существует. С другой стороны, буквально недавно наша разведка опубликовала данные о том, что военкоматы России получили разнарядку вербовать по 200 человек, если не ошибаюсь, в неделю. Разумеется, обещая им какие-то заоблачные для той страны деньги. То есть, скорее всего, вот этот вариант наемничества, он еще полностью не исчерпан. И объявлять мобилизацию перед ним, перед тем, как он показал бы всю свою несостоятельность, мне кажется, не будут. Но, опять же, повторюсь, ничего конкретно в этой части сказать не могу. Но что точно, как мне кажется, будет... Это, скорее всего, учитывая дату, учитывая контекст исторических событий, нам будет сказано, что все то, против чего мы боролись, снова подняло голову. А будет сказано, обязательно будет сказано, что в войну вмешался Запад, вот тот самый англосаксонский мир, подзуживаемый коварной Америкой. И вот этот вот весь бред, помноженный усилиями Соловьевых, Киселевых, которые уже, наверное, последние 20 лет превалируют в информационной повестке дня нашего врага, вот он будет озвучен уже просто одним ртом, удачно подмеченный тобой, хворой людины. Вот подобного рода заявления мы услышим. Я собі представив таку іншу реальність, що головнокомандувач країни орків вийде там на передній план і навпаки скаже, що ми перемогли. Ось ми звільнили там Херсонщину, там Запоріжщину там частково, там Запорізьку область, там Маріуполь взагалі парад проводимо. Донецьк і Луганськ взагалі звільнені, ну, звільнені вони і від житлових будинків, від комунікацій, від всього звільнені, там, на 100% звільнені від життя повноцінного. Такий варіант теж може бути, але це все ми, звичайно, прогнозуємо, тому що ми не знаємо, що там той мозок чи залишки мозку прийняли і за чим ми будемо спостерігати. Ну, є й такий варіант, тому що ми, на жаль, бачимо, як активізувалась така, ну, не русифікація, а совєтизація Херсонської області і взагалі захоплених земель, коли військові ті коменданти з Московії, вони крадуть зерно,
овощи, продукты харчування до себе, а взамін везуть сюди пам'ятники Леніну. Це взагалі такий сюр, про це навіть письменники-фантасти не могли написати. Да, 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 ты прав, потому что излюбленный прием – это раздувать и утрировать объективную реальность до масштабов, которые соответствуют дутому величию. Потому что ну не можем же мы, ну надо же вот показать, эй, какие мы сильные, какие мы смелые. И факт того, что вторая армия мира – по оценкам глобальных институтов, уже третий месяц не может добиться ни одной серьезной, ранее поставленной перед ней стратегической задачи, но это каждый день смотрели на экран, экран телевизора, и им каждый день показывали оружие, уже ставшее притчей во языцах, не имеющее аналога в мире. И, естественно, армия, которую не победить, не покорить. И, что важно, она совершает, как они любят говорить, а лишь сеет справедливость, мир и все самое светлое и доброе. Поэтому, да, скорее всего, мы еще и услышим о том, что ну вот-вот уже что-то пало, что-то сдалось, что-то освобождено, а остальное лишь вопрос времени, и мы, и в, как и в 45-м, покажем им всем эгэгэй. Ну, что сказать, когда перед тобой недоимперия, которая существование строит на неком симбиозе истории Российской империи и Советской империи и пытается вот в этом кровавом коктейле найти твердый фундамент, ну, все мы понимаем, что это как минимум выглядит со стороны шизофрении, как максимум выливаются в тяжелые трагедии, которые, к сожалению, выпали на долю украинского народа. Будем зберігати спокій в ці дні. Це важко, але 73 дні нас привчили до цього, що тільки так можна залишатися в більш-менш адекватному стані, хоча розумію, що це важко. Дякую, Юліане, за те, що ми так максимально коректно обговорили останні важливі події. Їх набагато більше, але ми фокусуємось на тому, ну, на що здається більш важливим. Хоча неважливо наразі немає. Дякую ще раз і будемо чекати добрих якихось новин. Без них важко. Ось. Спасибо тебе за приглашение. Хочу обратиться ко всем одесситам и жителям України. Пожалуйста, не ігноруйте сигналы воздушной тревоги. Как бы банально ни прозвучало, верьте в нашу победу, потому что все мы прекрасно понимаем, что правда и сила на нашей стороне. Нам нужно лишь время. И мы обязательно в этой войне победим. И обязательно флаг Украины и гимн Украины будет звучать на всей территории Украины, которая высечена, я думаю, что в сердцах каждого настоящего украинца. Верьте, надейтесь и, пожалуйста, не реагируйте, и уж тем более не делайте выводов из непроверенной информации, зачастую которую враг сам сидит и редактирует. Повністю згоден. До зустрічі, дякую.